15 минут неплохо было. А что, дальний удар здесь? Ну, это для Федоса. Бухар. Бухар с мячом, скидка под удар, удар. Ура, ой, Федос! А? Ну ладно, это вот не тот ой, Федос, когда из-под перекладины. Но со своей работой Федос здесь справляется на отлично. Обязан вратарь реагировать на такие удары, а Федос вратарь. Кто бы что ни говорил, классно. Приставал. Поговорили. Давай посмотрим. Я могу, в принципе, подстроиться. Удар! Перекладина спасает Амкал сейчас! Это удар от ворот! Ой-ой-ой! Ну, нет, нет, я думаю, что здесь не просто так мы видим празднование Федоса. Федос засейвил. Удар шикарнейший. Ну, не, не, поле, не, не, в поле, конечно. Вот сейчас хотелось бы еще раз повторчик посмотреть, для того, чтобы увидеть. Да, по-моему, коснулся. Нет, надо посмотреть на более близком повторе. Это премиальный, да, Герман? А, для кого? Для Федоса. Или для того, кто не смог забить. Благодарность. Не, ну если засейвил, то, конечно же, Федя всегда даст. Да, Федя, Федя рукой! Рукой заблокировал этот удар. Умничка. Что за ничь? Тянет мяч вперед, а что может быть до удара? Дело дойдет, вроде на меди. Удар! Федор Маслов. Надежно, надежно. Удар из-под ноги защитника. И, ну, благо, он не супер сильно летел как-то прям в угол и с огромной силой. Подача. А где мяч? А где мяч? Выбивается мяч. Федос перед собой отбил. И Жека Маричев выбивает мяч подальше. От ворот. Летело. Как это так? А поставить ведь мог. Здорово! В идеальном моменте Кузькин сыграл. И Федос спасает! Но был офсайд! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И сейчас супруга Федоса. Кстати, да, здесь, скорее всего, был офсайд. Но если смотреть офсайд с точки зрения офсайда Венгера, я точно не скажу, кстати, вот с такого повтора. Не берусь судить. А вот дальше вот что было. Так. Там вот по промоушену. Хороший момент. Какой перекладина! Ух ты! Джичо! Давид Джичо! Давайте смотреть этот момент. Давид Джичиная смещается справа в центр. Да-да-да, это спасение Феди. Джичо смещает. Смотрите, удар какой мощный. И Федя ручищи свои спасает. Опасный штрафной. Три футболиста у мяча. Удар! О, господи! О, господи, Федя Маслов! О, господи, Федя Маслов! Федя Маслов! Как же он спас сейчас! Какой сейв мы увидели! Федя Маслов! Второго тайма. Посмотрите за этим прыжком. Федя Маслов! Какой удар был, а! Хороший удар! Аслан Мексиков бил. И Федя Маслов не дал. Вау! Это сейв дня. Возможный сейв. Появился какой-то Кирты. Кир бьет с любой точки, с любой дистанции. Кир... Инкин умеет, конечно, с корпусом работать. Сейчас можно вернуть его мяч. Он на правом фланге забегает, но идет прострел. И добивание нужно. Федос забирает мяч. Очень Григорьев попер по флангу. Прострел не получается. Вот. После рикошета Федос выходит и забирает мяч в руки.